Мне есть за что извиняться. Нью-Йорк изменил меня. Я стал частью чего-то, но все кончилось. Большой плюс «Железного человека 3» в том, что это, по сути, продолжение «Мстителей». Нам не нужно объяснять, кто он, и можно вернуться к тому, что изначально запустило эту франшизу. С «Мандарином» нужно покончить. Я увидел оригинальный, если не сказать, интеллектуальный подход к фильму, и сразу дал согласие. Я нагряну из ниоткуда. Интересно участвовать в чем-то культовом. Ты входишь и видишь костюм Роберта Дауни-младшего, Гвинет Пэлтроу. Это очень классно. Я скучаю. Я по тебе тоже. Потому какой ты был. Теперь у тебя супер-друзья, куда мне до них? Я рад вернуться к роли Хэппи. Он ревностно охраняет Stark Industries, как цепной пес. Вам разве не должны были выдать бейдж? Все в порядке, Хэппи. Да? Киллиан и Пеппер когда-то работали вместе. Он пытается вернуть ее в свой мир. Довольно опасный персонаж. Признаюсь, многие хотят моей смерти. Теперь все иначе. Я должен защитить то, без чего не смогу жить. Тебя. Роберт очень хотел, чтобы Пеппер была больше задействована в фильме. Я прикрою. Это я прикрыл. Отношения Тони и Роуди становятся глубже. Мы хотели, чтобы Роуди не уступал Тони в браваде и остроумии. Вдвоем не потянем. Так придумай что-нибудь. Это что? Да. Они учли наши идеи и развили их. Лишь старомодная месть. Конечно, там масса спецэффектов, но за ними чувствуется душа. Это самый эмоциональный и зрелищный фильм из трилогии.